такой вот багажник на велосипед. Мне он не нравится. Торчит. А ниже можно чуть-чуть опустить, но туда и там, если крыло будет стоять, оно будет мешать. Короче, что-то надо переделывать. И опять же рычаг вот сюда будет телепаться. Я уже делал такой, переделывал, то есть я переворачиваю его. Вот это будет отрезаться и переверну. Ну, сейчас сниму, покажу. Так, продолжение. Мир вам еще раз. Я переделал немножко крепление. Я отпилил. Вон там, да, видно. Я его отпилил. Убирать не стал, потому что там как раз место вот это вот, где пруток соединяется. И там получается для жесткости я ставил. Немножко загнул. Видно, да? Вверх, чтобы как бы приподнять корзину чуть-чуть, потому что она тогда как-то косо смотрит. Далее, что? Это легко сделать плоскогубцами. Тут металл слабенький, тоненький. Короче, сделали, я не знаю из чего. Пластилин на какого-то добавил еще. Пруток для жесткости. Еще один сюда. Такой стальной. Я не знаю, из чего это. Вот тоже он был оцинкованный. Сейчас где-то нашел, валялся тут во дворе. Он тоже такой стальной, хороший, не из пластилина. И все это приварил. Вот так вот аккуратненько постарался. Ну, как я умею. Ну, рукожопы, перфекционист. Вот так вот. И теперь загрунтовал. Загрунтовал, и есть у меня алюминиевая пудра. Я еще сверху лаком с алюминиевой пудрой все это покрою, чтобы было уже 100%. Грунтовка все равно же не даст 100% результата, чтобы не ржавело. А хочется, чтобы чуть-чуть хоть красиво было. Хоть чуть-чуть. И теперь вот это вот надо будет придумать, как крепления вот эти вот заменить. Это все детский сад. Дело в том, что я вот когда маленький был, и мне покупали родители такой конструктор, помню, в детском мире продавался еще при Советском Союзе. Там всякие болтики, гаечки, потом всякие планочки с дырочками. Это надо было сложить там какую-то телегу или еще что-то. И там вот это вот качество металла было лучше, чем вот в детских игрушках, чем вот, вот здесь. Это, блин, смешно. Это Made in Ukraine. Пороблено в Украине. Производители вот этой ерунды, вы хоть чуть-чуть бы, ну, подумали об креплении, но оно же не рабочее. Все равно что-то колхозить сейчас придется. Это же не серьезно. Ладно. Сейчас вот это все доделаю, подумаю, как. Я раньше делал, но сейчас у меня тех запчастей нету, которые, ну, я там в Луганской области когда жил, ремонтом мебели занимался, я скобы брал, которым крепятся пружины к этой, как ее, обруч такой металлический, тоже стальной. И те пружины очень крепкие были. Но таких у меня пружин сейчас нету. То есть это не пружины, а скобы такие были. Ну, обжимаешь их и держат вообще. И что-то надо придумать. Ладно. Все. Спасибо за внимание. Сейчас, если доделаю, я покажу. Конечно, вот так это все выглядит. Теперь крепко держится. По поводу скобочек. Вот так вот я сделал с толстого металла. Из чего я их сделал? Вот с такой штуки. Я не знаю, что это и для чего. Покупал как-то в эпицентре. Там надо было вон сделать вон там вот эти вот ушки, чтобы защиту цепи приварить. Я вот это покупал и отрезал там сколько надо себе. Вот это вот я напополам разрезал и согнул. Как согнул, я примерно расскажу на другом, на этом же видео, чуть попозже. А винтики те же самые, гаечки, вот как-то так. И мне кажется, так будет лучше. И оно как бы и горизонт немножко, и для крыла место есть. То есть было совсем задрано вот так, а теперь вот как-то вот оно были ровнее по отношению к горизонту. Ну, красивее, мне кажется.
Если бы производитель вот так делал, была бы красота. Но они так не делают почему-то. Ладно, это их дело. Так, как делаю скобочку? Дело в том, что мне некому помочь. А как-то надо показать. Вот ложу на тиски, сюда ложу вот эту штуку. Ну, не знаю от чего это. Просто металлическую штуку какую-нибудь толщиной 5 мм примерно. И молоточком она загибается. Стукаю тык-тык-тык-тык, и она загибается и обгибает как бы вот эту вот, получается, если вы просто загнете, она будет, ну, там не влезет приток тот, который держит дугу. А так оно получается буквой П. Загнется. Как-то так. Некому снять, и не знаю, где мой этот штатив.